Боевики террористической организации Джибхат ан-Нусра обстреливают сирийскую провинцию Алеппо. Это несмотря на режим прекращения боевых действий. Боевики не отводят вооружение и технику. В темное время суток они открывают огонь по жилым кварталам. За одну только ночь было зафиксировано 16 минометных обстрелов. Снайперы террористов находятся совсем рядом, буквально 300 метров до их позиций. Пострадали и местные жители, и военные. Три дня назад я дежурил на передовой. Рядом со мной разорвался снаряд, и осколки попали мне в голову. Но я уже вернулся на передовую. Мы-то соблюдаем режим тишины, но боевикам все равно. Они постоянно нас обстреливают. Вот мужчина, которого вы сейчас видели, через пару дней после серьезного ранения в голову уже вернулся на передовую. Это немыслимым кажется, но не все могут похвастаться такой самоотверженностью и смелостью, как этот сирийский военный. Американских спецназовцев, например, выгнали из города Арай. Это на границе с Турцией. Туда прибыли американцы для координации авиаударов по ИГИЛ. Но вот повстанцы умеренной оппозиции, как ее называют сами же американцы, устроили протест в связи с этим. В итоге американских спецназовцев выдворили из города. Америка! Америка! Америка!